وقال أبو قلابة أبو قلابة رحمه الله говорит: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحل فيها السيف. Любой народ, когда совершает бид'а, то есть создает себе группу, течение, «Илля стахаллу ас-сейф», «фиха ас-сейф». То есть они обязательно прибегают и считают разрешенным меч, имеется в виду против уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Независимо от того, какое это течение, будет это таблиг, будет это мурджиит, будет это хаварит, будет это ашаир, все они в конечном итоге разрешают меч против уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. وقال أبو قلابة: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. То есть относительно этого аята, в котором Аллах говорит: те, которые взяли себе теленка, سينالهم غضب من ربهم, то есть взяли себе теленка божеством, их постигнет гнев Аллаха. وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, и унижение в этом мире. Их постигнет гнев Аллаха и унижение в этом мире. وَكَذَلِكَ نَجِزِ الْمُفْتَرِينَ, и так Аллах воздает кому? Муфтарин, которые возлагают или возводят ложь на Аллаха. То есть это изначально касается кого? Мушриков. Абу Килаба говорит: «Вахия джазау кулли муфтарин иля яум аль-кьям». И это воздаяние каждого, кто возводит ложь на Аллаха. Независимо, он мушрик или мубтадиа. Мубтадиа тоже наговаривает на Аллаха. И этот аят охватывает его. То есть его постигает гнев Аллаха и унижение в этом мире. Унижение в этом мире. Поэтому ахлюль-бида, они всегда унижены. А ахлю-сунна, они всегда выше. وقال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلال. Абу Килаба, рахимахуллах, также говорил, что вот эти ахлюль-ахуа, то есть мубтадиы, ахлю ضلالات. Эти люди, которые на заблуждении. ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. Я не вижу их исход, кроме как огонь. То есть их конечный исход это огонь. فجربهم. Ты сам посмотри. فليس أحد منهم. Ни один из них. ينتحل رأيا, который придумал мнение, أو قال قولا, или же слово. فيتناهد دون السيف. То есть его он прибегает к чему? К мечу. Он прибегает к мечу. Любой человек, который придумывает бид'а, будет это слова, дела, конечный его исход – это меч против уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вы посмотрите, для этого есть очень много примеров. Пример сподвижника посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Как хавариджи разрешили меч против мусульман. Вынесли им такфир и убивали, и противостали, то есть убили кого? Али, радиаллаху анху. Также Усмана, радиаллаху анху. Разрешили сейф, то есть меч против уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также посмотрите, во время имама Ахмада, рахимахуллах, те, которые говорили, что Коран сотворен, разрешили меч против уммата Мухаммада. Посмотрите, мурджииты, их главари, их имамы, что они говорят, что можно выходить против правителя мусульманина. Мурджииты. Также, любое течение. Сегодня принято говорить, что таблиги, что они мирные, мирное течение. Также принято говорить, что мурджииты – это мирное течение. Также принято говорить, что другие вот, заблудшие течения от тасавуф, что они никогда к оружию не прибегают и так далее. Это все вранье. Их объединяет одно – это меч. Эти течения разные, то есть их названия разные, их убеждения разные. Однако их объединяет что? Меч. Против уммата Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И на это тот, кто знает историю, знает, что они творили с Ахли Сунны. Будет это шиа, будет это Ахли Тасавуф и так далее.
وإن النفاق كان ضروبا. То есть нифак, лицемерие во время посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, они были разных видов. Сумма таля. И Абу Килаба прочитал аят. ومنهم من عاهد الله, то есть из них, из мунафиков, те, которые обещали, дали обещание Аллаху, однако нарушили. ومنهم من يلمزك في الصدقات, из них есть такие, которые упрекают верующих или посланника Аллаха в садака.